Хорошо различимые знаки и цвета зачастую помогают вовремя заметить рифовых хищников. Яркие широкие полосы – предупреждение об опасности. Нейротоксичный яд, содержащийся в желтогубом плоскохвосте, делает его одним из самых ядовитых существ в океане. Его яд поражает нервную систему жертв, и он в 10 раз сильнее яда гремучей змеи. Его укус может вызвать у человека конвульсии, паралич, перебои в работе сердца и даже смерть.